Новогодняя елка главы городского округа началась прямо на свежем воздухе на площадке возле Загорянского дома культуры. Ребятишки и их родители много смеялись. Организаторы подготовили театрализованные представления, шуточные забавы, веселые и шумные игры. Затем всех участников праздника пригласили на кукольный спектакль в актовый зал дома культуры. И, конечно же, дети читали стихи. За каждое выступление полагался подарок от Деда Мороза. Голосом хлопушки серебром звезду зажег, беляши дрыгушки самый смелый огонек. Молодец! Сначала для детей была интерактивная программа с главным символом этого года, конечно, это мышью, вот также елочкой и снегурочкой. Потом все ребята в новогоднем поезде привезли детей в наш замечательный зал. Как видите, сейчас проходит здесь сказка, которая называется «Волшебный Новый год». Праздник получился ярким и запоминающимся. И, как всегда бывает под Новый год, в сказке добро победило зло. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.